Всем привет, меня зовут Надин Шмафин. Это игра, которая называется Don't Live Alone, не живи один. На удивление, здесь встречает такая радужная картинка с оленем, хотя это вроде бы как хор. Начнем играть, play. Будем играть, надеюсь, за оленя, который смотрит на красный шар. Будет классно. В 7 утра выглядит, словно это прекрасный день. Я пойду, возьму газету и пойду дистрибьировать ей в городе. И пойду изучать город. Неважно, как далеко будет мое путешествие, я пойду гулять в горячий аэробаллон, воздушный шар. Но прежде чем я пойду, я возьму свои предписания, словно лампу, потому что когда я прибуду, это будет уже поздно ночью, и, возможно, мне понадобится. Имеется в виду, что возьмет фонарик, и типа надо фонарик. Ядрен батон, что происходит? Возьмите газету на столе. Я танцую. Опа. Может, я олень? Было бы здорово. Это газета? Я пытался писать это, но мне нужно поторапливаться и напечатать. О, абсолютно секретно. Но если я живу с оленями, то ничего удивительного, что абсолютно секретно. Очень интересно, но не надо. А я, блин, живу в лесу. Стоп, подождите, я живу на острове. Что? Ладно. А, может, мой баллон отправит... Ну да, я поеду в город на своем баллоне. Здорово, олень. А ты и жив вообще, олень? Будешь есть мою бумагу? Топ-секрет, очень вкусно. Ну, ничего себе. А я пил свои таблетки, мне вот что интересно. Я реально поеду. Надо поторапливаться. Олень, пока. А я еду? Я что-то не еду. Олень, запусти. А. Пока, олень. Флаг какого государства это? Не живи один написано. Я точно ту игру запустила? А мы долго будем ехать? Я когда уже выпаду? Интересно, к чему человек делал вот этот такой долгий полет? Я понимаю, что это, ну, чья-то первая, не первая игра. Ну, явно не десятая. О, по крайней мере, мы ушли в затемнение, наконец-то. В 12 дня. Несчастью, это было ночью, когда я прибыл в город, но это была хорошая вещь, что я взял с собой лампу. Это многом нам говорит. Это много говорит об обществе. А, нажмите F. Ага, я вернулся домой ночью. Ага. Или я вернулся ночью в город. В город вернулся ночью. Что это такое? Я какие-то развешиваю... Что это такое? Какие-то газеты? Топ-секрет? Все знаете правду? Я, наверное, поэтому и живу на острове. Меня, наверное, изгнали. О, здорово. А ты кто? Хочешь взять бумажку? Тебе понадобится. Честно говоря, я жалею, что я включила эту игру. Я уже очень хочу ее выключить.
Мне как-то не нравится то, как она выглядит, и то, чем надо заниматься. Целых 20, сука, две штуки. Я очень люблю Itch.io. Это просто кладезь всего подряд. Ты вот скачиваешь игру оттуда и не знаешь, это хорошая игра или вот это. Никогда не угадаешь. Скрины, не скрины, ничего это не помогает. Нет, ну по каким-то сразу видно, что они классные. А по каким-то, да. Так, ну никого не смущает, что тут, что называется, человека проехали. Это похоже, как будто этой машинке лицо, как будто у нее зубы сломанные такие торчат. А, в помойке что-то. Ручка. Не останавливайся. Смотреть? Смотрим. Вот написано, не останавливайся, значит смотрим. А я... Типа пофиг, да? Ну, в целом. Господи, я живу... Я живу на необитаемом острове с оленем. Меня после этого ничего не должно пугать. Подумаешь, какой-то труп, какой-то мужик торчит там. Здорово. А что с твоими глазами? Ты тоже видел моего оленя? Или ты видел, где я живу? А, давай я зайду за угол, ты меня замучишь. Я отмучаюсь в этой игре. Что такое? Меня не пускают. Говорят, иди назад. Там не расклеил. Я подумала, что это мой кот. Я подумала, что у меня кот просто где-то рядом залез и как раз начал это мяу-мяу, свое мяу-мяу. А чё орёшь? Собаки, кошки, все забегало, заорало. Надо было приехать на оленя. Со мной бы никто не стал связываться тогда. Кто стал бы связываться с человеком, который идет на оленя? Наверное, никто. Алло, алло, я слышу. А-а-а-а-а. Это так, что ли, ты там говоришь, что там... Так, так и вижу, как ко мне маньяк выбегает с ножом. Так, а-а-а-а. Кокетка. Маньяк-кокетка. Ой, я когда заходила на Itch.io, там куча есть симуляторов свиданий с серийными убийцами. Вот, а я так и вижу, что, типа, мол, прибегает к тебе такой маньяк с ножом. Такой, а-а-а-а. И кайф. Так, ну что, я еще не все расклеила? Там что, кто-то есть? Так, ну мы тут все поняли. Тут люди. Мне еще два осталось. А где я не развесила? Ну хрен меня знает, где я не развесила. Ну с учетом того, что здесь локация, ну, закрытая. По идее, не должна заблудиться. Блин, ну прям грузовик этого мужика в мусорку тащил. Мусоровозом переехал мужика. Беда, беда. Так, ну я тут все вроде развесила. Где что пропустила? Меня не пускают. Может, на будке? Ночью там все равно все смотрят. Звонит, звонят.
помойка. Нет, тут ничего нету. Две бумаги. Подтери себе, как говорится. Ну а что, это еще поговоришь со мной? Алло? И что, я эти две бумажки несчастно не положу и все, не закончится ничего, буду жить тут. Слушай, может тебе нужна бумажку? Нет, не хочешь? Чё, где пропустила? Ага. Ну чё, последнее? Я уеду к оленю назад. Олень, олень. Чё, могу утопиться? А чё, куда одна бумажка? Ядрёный батон. Но он уже красным горит. Не пропустить. Слышишь, прирежь меня. Где-нибудь там за грузовиками? Ага, во. Нет. Ты ядрен батон. Куда эту бумагу себе сунуть? Где? Последняя. Я закончу с этой игрой. Куда? Ага. Ура! Беги! Беги немедленно! Сейчас на меня кто-нибудь вылезет. Мог бы пораньше, я уже все расклеила. Теперь обидно будет. Я бегу домой к своему оленю. Ну и жесть. Почему игра называется Don't Leave Alone? Я приеду к оленю, а там уже будет этот мужик? Да я с оленем же живу не одна. Ну и что, спокойно добежала. Мне кажется, тут и не было скримера. Скример будет сейчас, когда я вернусь домой. Когда я успешно убежал от этого существа, я добрался домой, и это было утро, я должен был немного поспать. Я тоже. Надо немного поспать. Олень! Иди домой, спи. Здорово, олень. Ты чё тут, как? Ты ел вообще? Мне кажется, ты сдох. Нет, вроде ушами шевелит. Какой страны это флаг? Это тот скелет, который тут живет со мной такие. Усы мои грязные. Ну, я пошел спать. Присъешь, чтобы спать. И укрываться мясным одеялом.
Это олень? Проверь, что за звук. Олень! 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 Ты живой? Оленя съели! О боже! Похоже, он прибыл сюда. Мне нужно немедленно спрятаться. Спрячься быстрее, чем он тебя найдет. А куда прятаться? У меня была помойка. Господи, эпилептичный этот скример. Тебе нужно было спрятаться. Спасибо, спасибо. Я поняла, что вы даже скримера делать не умеете. Я хочу выйти и не продолжать. Не продолжать, это кошмар. Кошмар. 17 минут вот этого, вот этой жести. Нет, нет, спасибо. Спасибо, спасибо. Мне не понравилось это слово совсем. Это какой-то, ну, капец какой-то любительский. Банальный хор, спасибо, нет. А, вот такая вот Don't Leave Alone. Мне не понравилось, никому не советую. Пожалуйста, не страдайте так же, как и я. Никогда не скачивайте эту игру. А на этом все. Обязательно подписывайтесь на нас, ставьте лайк, ставьте комментарий. Всем спасибо и всем пока.